кто такой? Еще не очухался. Мы уже в воздухе. Еще 5 часов лететь. Ладно, я позвоню. До встречи. Как он? Под ключ. Разбуди его. А может, сразу грохнем? Рано. Сначала допросим. Подъем, спящая красавица. Тебе был прекрасный принц, пожалуй. О, черт. Убери руки, тварь. Ах ты. Разин, спокойно. Он хочет тебя послить. Документы отлично подделаны. В Америке постарались. Как тебя зовут? На кого ты работаешь? Тебе какое дело? Говори, придурок. Я не с тобой разговариваю. Скотина, пристрелю как собаку. Разин, говори. Валуа ждет груз. Он хочет, чтобы все прошло гладко. Придурок, Валуа сам и отправил эти стволы ирландцам. Ты прокололся. Разин! Значит, он вам не слишком доверяет. Супермен, мать твою! Стоять! Это я. Я узнал, что оружие предназначалось для Ира. Это не особо мне помогло. У тебя есть что-нибудь? Есть новости по тому грузу, который ушел в Талмас. Он уже там. Мы поставили жучок на ящик с оружием.
Не забудь его снять, когда найдешь груз. Окей. Алмаз — военный городок в Молдавии, где-то у черта на куличках. Там есть железнодорожная станция. Пока это все. Постарайся найти еще что-нибудь. Хорошо. Добрый день. Что вам угодно? Во сколько уходит следующий поезд? Только что ушел. Следующий завтра утром. Thank you.
Thank you.
Это диспетчерская. Нужно найти расписание поездов. Ага, вот оно. Черт, поезд уходит из другого депо. Нужно пробраться в военную зону. У меня всего несколько минут. Можно подъехать на тепловозе из этого депо. Thank you.
Вон он, этот псих! Прикончите его! Стреляйте! Да.
Да.